Походу, я нашел лучший тайкон в Роблоксе. Здесь мы сможем построить собственный город. Да, это очень интересно, давайте посмотрим. А я вам напомню, что если вы хотите попасть ко мне в видео и сниматься вместе со мной, то нужно быть самым активным на моем инстаграме. Ссылочка на него будет в закрепленном комментарии. Заходи, подписывайся, комментируй, лайкай, и тогда я замечу тебя и приглашу сниматься вместе со мной в видео. Команда у нас растет, все больше и больше людей я зову к себе. Поэтому, ребят, не упускайте такую возможность. Итак, ребята, в чем суть? Вообще, я бы хотел со звуками играть, но проблема в том, что почему-то тут эти кнопки не работают. Я музыку отключить не могу, вы сами понимаете. Музыка нам не нужна. Посмотрите, что вот здесь. У нас здесь есть лимонадная стойка, которая приносит нам, посмотрите, бабки. И обратите внимание, с таким образом, мы можем с вами построить охренеть что. Давайте зайдем кому-то в гости, пока у нас деньги капают. И попробуем посмотреть, что же вообще тут можно достичь, чего тут можно добиться. Давайте только вот сейчас, оп, купим еще одну штучку и все. Посмотрите, у нас лимонад. Это, я так понял, главная штука. Но у нас еще есть тут тачки, а это классно. Давайте зайдем кому-нибудь в гости и посмотрим, что у него здесь. Офигеть, это целый дом. Можно даже свет включать-выключать. Это очень интересно, посмотрите. Вау, офигеть, и дом классный, красивый. Мне очень нравится, очень классно все выглядит. Холодильник даже открывается. Вау, посидеть можно. Задний двор даже есть, ребят. Я тоже хочу такой дом, погнали построим. Итак, братуха, что ты приехал сюда? Чего вам надо? Здрасте, это у уважаемый человек будет богатым. Ничего не понял, что ты делаешь, но ты мне головой так... Вау, посмотри, тут даже голова поворачивается. Офигеть, с телом. Это очень круто. Так, мы еще смотрите, органические лимоны мы купили. То есть у нас теперь, смотрите, нам посмотрите, сколько бабла приносит. Окей, так, что мы можем здесь построить? Я не понимаю, куда мы... Я уже дальше не могу покупать. Мне уже, смотрите, алмазные лимоны мне доступны за 79 робоксов. А я вообще не хочу. Окей, так... Что? Вступи в нашу группу, получить 10 тысяч. Ого, это интересно, но я пока не хочу ничего делать. Так, давайте посмотрим, что мы можем построить в нашем доме. Вау, гляньте, на самом деле не очень дорого. Это очень круто и стоит, кстати, одинаково. То есть цена не растет, смотрите. Офигеть, мы уже целый дом практически построили. Офигеть, гляньте, круто. Посмотрите, и самое главное, что тут нет коллектора. То есть мы с вами не бегаем и не собираем бабки. Они прям сразу нам на счет падают, это очень удобно. Так, давайте, смотрите. О, декорации, все хочу. Так, у нас деньги заканчиваются. Только проблема в том, что деньги-то не растут. То есть, а что, а как покупать? А где мне машину такую взять? Я тоже хочу такую машину взять. Братуха, может, ты подвезешь меня куда-нибудь? А ну, давай, я с тобой поехал. Погнали. Давай, от первого лица, ой, ну машины, конечно, тут хреновые, внутри ничего нет. Ладно, поехали. А куда мы едем-то? Давай, пока у меня деньги тикают, я хочу посмотреть на этот город. Аккуратно, ты по дороге едь, что ты делаешь? Нужно нормально водить. Ух ты, посмотрите, какой город огромный. Реально огромный город. И тут можно... А подожди, а что мне строить? А где деньги зарабатывать? Аккуратно, аккуратно. Так, а где деньги зарабатывать? Я что-то не понимаю, работу что ли устраивается или что? Потому что я дом свой построю, а что дальше? Еще один дом, типа, я смогу построить или что? Я не очень понимаю, ребята, но мне нравится. Так, ну что? Офигеть, пиццерия, посмотрите. Luxury apartments, вау, вот это интересненько, вот это интересненько, мне нравится, как тут все выглядит. Окей, отвезите меня, пожалуйста, домой теперь. Не-не-не, домой, пожалуйста, меня отвезите. Я что-то не очень понимаю. Эй, братуха, стоп, куда ты вышел? Куда ты вышел, я тоже хочу. Ладно, подожди, studio apartments, а ну-ка давайте зайдем, что у нас тут такое. Здесь можно купить квартиру? Серьезно, а у кого? У кого? А ну давайте куда-нибудь зайдем. Так, а как ты зашел туда? А я тоже хочу зайти. А у меня доступа, что ли, нет? А сюда я могу зайти? И сюда не могу зайти? О! Вау! Вау! Посмотрите! Офигеть! Мне нравится. Посмотрите, как тут все охренеть выглядит, как круто. Вау! Слушайте. Ну, это прям вообще топчик. Это прям вообще топчик, ребята, мне нравится. Ладно, выпустите меня. Я хочу построить свой дом. Посмотрите, у меня бабла сколько? 5000 почти. Так, вези меня домой, дружище. У тебя есть машина? А, стоп, подожди. А, я могу машину купить за 2500? Так, ну я не буду, у меня есть личный водитель. Зачем мне машину покупать? Давайте напишем ему домой. Вези меня домой. Домой, все. Он меня сейчас отвезет домой, это супер. Так, ну, давай, вези меня домой, братуха. То?
Домой. Домой. Вези меня. О, все, он понял. А, он же не видел, что это же Роблокс проклятый-то со своими вот этими цензурами. Ладно, едем. Едем, братуха, домой. Меня вези. Но я надеюсь, ты знаешь, где мой дом, потому что я, если честно, уже заблудился. Я не знаю, где. Так, ну слушайте, у нас, смотрите, 6600 уже накопилось. Нифига себе. Интересно, мы сейчас полностью построим дом и попробуем глянуть вообще, что потом, после того, как мы дом построим. Может быть, мы сможем купить здесь заправку, например. Я не против. Дружище, сюда нельзя заворачивать. Отсюда, наоборот, съезжать надо. Ну ладно. Ну и что ты, куда ты едешь, братан? Ну что ты, не, ну не тупи, не тупи, пожалуйста, вон дом, прямо же надо было ехать, зачем ты свернул? Окей, аккуратно, по дороге едь, по дороге, ты по встречке едешь, если что. Так, окей, так, вот мой дом, хорошо. Что с моими лимонадами? А, вот это мой дом, ага, спасибо. Давай сейчас напишем СПС. Так, ну что, ребята, давайте потратим бабло. Двери надо купить. Так, краску. О, мы можем красить? Ух ты, давайте покрасим. Вау, офигеть, еще дом можно строить. Офигеть, слушайте, мне нравится. Окей, заходим дальше, заходим внутрь. Так, что у нас тут? Пламбинг, декорации, хорошо. Двери купили. Еще декорации, ага. Так, тут что? Тут мы уже все купили. Мне очень сильно все нравится. Так, давай, заходим. То здесь? А, слушайте, у нас еще и ночь здесь есть. Так, а я подожди. Ага, ого, угу. Окей, покупаем задний двор, хорошо. Гараж купили, офигеть. Крышу для гаража нам обязательно надо. Supplies для гаража тоже нам нужно, так. Заборчик, офигеть, ребят, мы уже дом построили, мне нравится. Так, прогресс, пицца-шоп, ребят, мы пицца-шоп можем теперь купить. Слушайте, мне нравится, балдеж. Слушайте, а мы все купили для дома, реально? Стартер-хаус, чего-то не купили. Чего-то не хватает, только я не понимаю, где это можно купить. Может быть, а, вот, смотрите, цветочки. Нет, еще что-то. Еще, а, вот, еще. Так, освещение для гаража, давай, покупаем. Окей, и что? Все, ребята, мы закончили. Супер, теперь нам нужен пицца-шоп. Мы можем телепортироваться к нему. Вау, мы теперь собственный пицца-шоп строим. Офигеть, мне нравится, гляньте. Так, ну слушайте, мне нужно теперь деньги зарабатывать со своей пиццерии. Мне нравится, мне очень нравится. Так, мы заодно видео. Мы построили дом, сейчас построим пиццерию. Чекаут, смотрите, тейбл. Один деньги зарабатывать, buy counter, а ну. Pizza oven, а ну 2000, блин, не хватает. О, мы уже зарабатываем бабки. А сколько мы, кстати, зарабатываем с этой пиццерии, я что-то не понимаю. Так, ну ладно, нам нужна печка для пиццы. Так, сейчас куплю, ладно. Не, не буду я пока, я хочу вот это купить. Может быть, оно мне деньги будет приносить. Будет же деньги приносить или нет? Вопрос хороший, кстати. Ну, вроде что-то приносит мне бабки, если честно. Но я вам не скажу, что прям очень много. Хотя, смотрите, у нас тут пиццерия, пицца падает, падает, все падает. Но я так и не понимаю, по 30, ага, оно по 30 нам дает. Да, по 30, каждая пицца нам дает 30, плюс лимончики у нас дают бабки. И смотрите, просто все замечательно. То есть мы по факту с вами вообще тут все разрулили по полной программе, посмотрите. Нам нужно еще 3500, чтобы купить вот эту, еще одну печку для пиццы. Тогда мы будем ее больше делать, что ли? Я не знаю, ребята. Я не знаю, но мне кажется, что нам стоит купить машину. Хотя, если мы купим печку для пиццы, не будет ли у нас больше денег, а? Как вы думаете? Я не знаю. Ладно, давайте дождемся, когда у меня 3500 будет. Купим пиццу и посмотрим, будет ли у нас по 3 теперь этих куска лететь. Итак, 3500 готово. Бамс. Ну что, сколько? Раз, два, три. Ой, по 3 куска теперь летит. Да, по 3 куска летит, супер. А мы больше тут ничего уже сделать не можем. То есть у нас все остальное, это у нас декорации, да, я так понял? Окей, слушайте, а нам машина-то по сути не нужна, потому что мы телепортироваться можем. Смотрите, бах, мы уже возле дома. Здравствуйте, вы ко мне в гости хотите? Пожалуйста, не раздолбайте мне ничего. Во, ладно, хорошо, вроде все окей. Так, что с пиццерией? Давайте глянем, сможем ли мы достроить пиццерию. А пиццерия-то стоит уже до хрена, посмотрите, очень дорого. То есть у нас всего лишь 3000, а тут уже посмотрите сколько. Ну а смотрите, и... О, это будет много. Так, ну ладно, давайте посмотрим, что нам нужно будет купить. Так, покупаем вот это. Outdoor seating, я не знаю, есть смысл. Давайте, короче, пока что самое дешевое купим. Здорово, здорово, братан. Смотри, у меня тут пицца-магазин. У меня тут есть свой уже. Так, коврик. Нифига себе, это коврик такой. Для кого? Для мышей? Так, ладно, что нам нужно? Так, еще тут столики. Угу. Интересно, мы больше будем денег получать, если мы еще столики сами закажем? Нет, все так же, по 3. Ладно. Получается, нам все, что нужно сделать, это просто ждать. Окей. 3000. Что? Второй этаж тут можно построить? Вот это уже интересно. Так.
Окна. Давайте окна. Все, окна построили. Посмотрите, красота какая. Хорошо. Хорошо. Здравствуйте. Добрый вечер. Паркинг, ребята, за косарик. Да, что тут машины. Так, это что такое? Хедж? Это у нас эти? Накос или как они там называются? Я не знаю. Слушайте, но выглядит прикольно. Выглядит прикольно, ничего не сказать. Нужно достроить полностью пиццерию и посмотреть, что мы будем строить с вами дальше.